Всем привет, вы на канале Необъяснимое, с вами Дмитрий. Сегодня вы увидите 6 страшных видео, которые, скорее всего, вызовут вас бессонницу. Ну что ж, погнали. Объекты, которые движутся сами по себе, это доказательство призрачной активности или хороший розыгрыш? Этот вопрос состоит во главе почти каждого такого видео на YouTube. В том числе и этот ролик, загруженный на YouTube пользователем SOVNGTA. Автор видео объясняет ситуацию и показывает зрителям полку. Обычная полка на кухне, заполненная кухонными принадлежностями. Внезапно происходит что-то странное. Посмотрите. Большая оранжевая чашка, которая была сзади всех, начинает выдвигаться сама по себе. Происходит несколько мгновений, прежде чем мужчина выдвинется к полке, и чашка внезапно снова движется. Она останавливается на пару секунд, прежде чем выдвинется вперед, и автор поднимает ее, чтобы посмотреть. Но там ничего необычного, и мужчина кладет ее обратно. Чашка еще раз движется вперед и почти падает, мужчина останавливает ее. И на этом видео заканчивается. Как и ожидалось, видео вызвало очень много предположений в комментариях. Один из пользователей предположил, что чашка двигалась какой-то невидимой нитью. И действительно, люди, тянущие за нити, находящиеся за кадром, самое распространенное предположение скептиков во всем мире. Другое предположение было в том, что это просто сквозняк. Хотя почему ветер выбрал именно эту чашку, остальные не трогал, непонятно. Интересный момент в том, что полка стеклянная, мы не видим, что там нет никаких магнитов или чего-то подобного. При этом автор берет чашку и смотрит внутрь, показывая, что ни магнитов или других помех там нет. Если это розыгрыш, то он очень хорошо спланирован. Посмотрите это видео еще раз и судите сами, является ли оно доказательством паранормальной активности или это просто хороший фейк. Следующее видео мне прислал подписчик Илеса Сдоев. Как утверждают местные жители, в сельских районах Ингушетии появляется высокое существо с длинными худощавыми ногами. Оно пробирается в чужие дворы, но ничего не крадет. Может запросто перепрыгнуть забор более 2 метров высотой. В видеозаписях, которые прислал Илес, можно разглядеть бешеную скорость существа. Также местные жители рассказывают, что был случай, когда он пробрался во двор. Хозяин заметил его и выстрелил из ружья с близкого расстояния, но не смог попасть. Он очень быстро, его лицо невозможно разглядеть даже в свете фонаря. Как вы можете заметить, существо попало на видео. Есть 2 видеозаписи, одна с камеры наружного наблюдения, а на второй очевидец выбежал на улицу и снял его на телефон. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Что за существо терроризирует сельские поселения Ингушетии? Это какой-то неизвестной науке криптид, мутант, жертва эксперимента или сверхчеловек? А может быть, это какой-то пришелец? Видео очень интересное, друзья, пишите свои мысли в комментариях. Некоторые случаи не столько страшные, сколько причудливые. Некоторые думают, что это сбои в матрице, некоторые, что это божественное вмешательство, кто-то говорит, что это перезагрузка, но никто не может объяснить эти странные происшествия. Видео, загруженное на TikTok, дает нам пример странного происшествия, а также возможность для зрителей раскрыть весь свой творческий потенциал и предположить, что это может быть. В коротком ролике мы видим кадры с камеры видеонаблюдения. Как можно заметить, видео снято внутри магазина. Мы видим полку, полную пластиковых бутылок. Посмотрите, что будет дальше. Одна из бутылок падает, когда она бьется о пол. Жидкость, которая была в бутылке, разбрызгивается под давлением. Реактивная струя поднимает бутылку и упаковывает ровно туда же,
причем точно в то же положение. Конечно, на первый взгляд легко можно было бы подумать, что это была просто сила распыляемой жидкости, и из-за этого бутылка снова взлетела. Но многие зрители с этим не согласны. Они не смогли поверить, что бутылка вернулась снова в то же положение, в которой была до этого. Таким образом, эти зрители верят, что здесь сработало что-то большее. Хотя это что-то паранормальное, сбои в матрице или божественное вмешательство зависит от того, кого вы спросите. Каждый придерживается своего мнения. А для вас у меня есть небольшой челлендж. У вас есть 5 секунд, чтобы подписаться на канал и нажать на колокол. Поехали! Очень разнообразная страна в Южной Азии, с ее множеством богатых культур, народных легенд, которые сложно найти где-то еще. Возможно, самый распространенный из них — это Джанглот, уникальный криптид с точки зрения недавнего появления, который появился в 97-м или в 1972-м, в зависимости от источника. Джанглоты — это маленькие кукольные существа, предположительно обитающие на множестве островов Индонезии, но наиболее распространены на Яве. Говорят, что джанглоты когда-то были людьми, которые практиковали запретную магию в попытке приобрести бессмертие. После всего этого земля отвергала их тела, сделав невозможным разложение. Это приводит к значительному уменьшению в размерах и высыханию кожи. Выставки предполагаемых джанглотов стали популярными в Индонезии. Они собирали тысячи зевак. В 2011 году на YouTube было загружено видео с одним из этих существ. Согласно новостным статьям, этот джанглот якобы был найден в деревне. Провинции Ява-Черебон, его нашел сельский житель по имени Абдул Джамиль. Вместе рядом с рекой Сока. Джамиль уже был известен в округе, и местные жители считали, что он был связан со сверхъестественным. Выставка стала настолько популярной, что ее пришлось перенести в местный спортивный зал. Только там они смогли вместить всех посетителей. Образец, безусловно, стоит увидеть, он бы вписался рядом с коллекцией Рипли. Хотите верьте, хотите нет. Если смотреть на джанглота на видео, трудно определить, что это могло быть на самом деле. Но Индонезия является домом различных видов приматов, в том числе обезьян размером с джанглота. Однако более пристальный взгляд на это существо вызывает сомнения, так как кожа кажется какой-то штукатуркой, но что касается зубов, то они больше напоминают какой-то резной минерал. Волосы существа также, мне кажется, не похожими на настоящие, а больше походят на парик из синтетического волокна. Но, конечно же, я говорю не для того, чтобы полностью опровергнуть все существование джангло в целом. Есть множество людей, которые считают, что это просто неизведанный вид, и он обитает в густых джунглях 17 тысяч островов Индонезии. Я считаю, что это возможно, джанглоты могут быть реальными, возможно, это не открытый вид приматов. Однако в этом конкретном случае из этой деревни образец, мне кажется, скорее всего, какое-то художественное творение. Но говоря о положительных моментах, обратите внимание, демонстрация существа действительно привлекла тысячи зевак. Конечно же, неплохо помогла городу. Мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы показывать людям различные странности мира. Они вдохновляют на творческое мышление, заставляя наш разум строить всевозможные теории. Теория о том, что может существовать на нашем планете неизведанного до этого. А следующее видео мне прислал подписчик Михаил Чеботарев. Михаил часто фиксирует на камеру наружного наблюдения какие-то странности. В данном случае мы видим какой-то стержень, который как будто состоит из маленьких шариков. Стержень перемещается в кадре по свободной траектории, как будто бы он обладает каким-то разумом. Хотелось бы обратить внимание на странное поведение собаки, она явно встревожена. Видео снято в ночное время. Вполне может быть, что это какой-то дух. Также возможно, что это что-то инопланетное. Может, это неизвестное науке существо. Говоря о скептических предположениях, то можно подумать, что это какая-то паутинка или предмет перед объективом камеры. В любом случае, это очень интересное видео. Спасибо Михаилу. Пишите свои предположения в комментариях, а что вы думаете по этому поводу.
А следующее видео прислала подписчица Агния Сова. Она рассказала, что она является ведьмой, и когда ее нет дома, происходят какие-то странные вещи. Также она утверждает, что у нее дома открыт какой-то портал. На присланном видео я обнаружил действительно очень странную активность. Девушка установила в доме камеру, чтобы понять, что происходит в ее отсутствии. И вот что она записала на кухне. Обратите внимание, какой-то черный объект или сущность появляется на огромной скорости и начинает выписывать круги. Здесь я немного замедлил. Как я понял, этот объект летал по всей комнате, просто на фоне белой двери было очень хорошо его видно. Плюс происходит какое-то искажение в пространстве, обратите внимание, вот здесь. Это очень интересное явление, также на фоне всего видео в двери проявлялся некий лик. Как по мне, это может быть совершенно любая сущность, это может быть и демон, и дух, и все что угодно, тем более Инга говорит, что у нее в доме открыт портал. Я бы порекомендовал хозяйке быть очень осторожной. Друзья, как вы думаете, что происходит в этом видео? Пишите свои мысли в комментариях. А с вами был Дмитрий, канал Необъяснимое. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Всего вам доброго.